Тема программы «Наряжаем чулочную куклу». Вот такая куколка. Голова. Для тельца куклы я беру носочки. Обычные носочки вот такие. Для этого я отрезаю нижнюю часть. Набиваю туда синтепон. Вот такую часть отрезаю для рукавчика. Потом прошиваю на машинке. Вот так края. Получится, значит, вот такой рукавчик. Внутри тоже синтепон. Так, сюда тоже я так вот набиваю синтепон. В этот, в тельце, в носочек. Синтепона, конечно, много уходит. Ну, вот. И потом вот эту часть собирается на ниточку, затягивается. И получается, вот тут еще делаю утяжечку попка, чтобы было понятно. Так, ножки. Сейчас покажу, как я делаю ножки и ручки. Для этого тоже отрезаем кусочки синтепона, капрона. Набираю на этот квадратик кружочек, на иголочку. Когда делаю ножки и ручки, я беру сразу два кусочка синтепона и примерно делаю так, чтобы они были одинаковые. И вот так вкладываю синтепон в эту заготовочку. Закрепляю, стягиваю ниточку, закрепляю. И затем примерно формирую руками уже так, как будет выглядеть наша ножка. И затем делаем утяжечки пальчиков. Ну, можно их тоже вот так же иголочкой назначить там, где будут наши пальчики. Раз, два, три. И 5. И вот в каждую вот эту точку нужно будет прошить вот таким образом. Сделать сначала утяжечку самой этой точки, потом убрать иголочку и прошить поверх вот этого капрона и синтепона. Можно 2 раза. И у нас получится пальчик. Ручка делается так же, только без утяжки пяточки. Если мы вот прошьем все эти пальчики, как на ножке, то вот получится такая ручка. Ну и дальше приступаем к сборке куколки. Вот к этому тельцу нужно будет приклеить голову. Клей можно взять любой. Можно взять клей «Момент». Но мне вот удобно работать пистолетом горячим. Во-первых, быстро и надежно. И также мы приклеиваем ножки. Тоже смотрим, где нам нравится. Также
капаем клей и приклеиваем ножку. Одну и вот так вторую. И ручки. Можно это все пришить. Секреты мастера. Если под рукой нет клея, закрепить детали куклы можно простыми нитками. Для волос я беру носочную пряжу. Для пятки продается там в отделе, где пряжа. И вот нарезаю такими полосочками, стягиваю посередине ниточкой, и получаются вот такие пряди. Их дальше вот нужно будет приклеить тоже при помощи пистолета. Можно покупать трессы, специальные продают для волос, для кукол. Ну, так тоже неплохо. Как вариант. И недорого, что для нас очень важно, для рукодельниц. Вот такая у нас куколка получается. Так, приклеим еще челочку, вот эту, наверное, вот сюда, и можем надеть вот такой колпачок. Колпачок тоже можно либо приклеить, либо пришить, чтобы он держался на голове у куклы и не соскакивал. Макияж кукле я наношу обычными тенями, которыми пользовалась когда-то сама. Я думаю, у всех таких. А в руки еще кукле вот можно дать подушечку вот так. Это будет такой сплюшечка. Так, давай пока снимем колпачок, чтобы он не мешался. Советы мастера. Чтобы не заморать куклу во время макияжа, желательно пользоваться салфеткой, фиксируя ее английскими булавками. И дальше кисточкой подходящие румяна беру и рисую вот так вот губки, наношу макияж. Она сразу оживает, получается. Очень симпатичная. Затем вот этот нанесенный макияж нужно будет зафиксировать обычным лаком для волос. Прямо брызнуть на куколку, на личико. И он будет держаться и не осыплется. Ноздри обозначим тоже румянчиками. Нарисуем немножечко веки. Складочки вот эти вот. Это, мне кажется, самый такой интересный момент во всем процессе создания куклы. Когда наносишь макияж, и она приобретает живость такую. Сразу начинает играть красками. Советы мастера. Все места утяжки на лице куклы необходимо затонировать. Вот какой веселый человечек у нас получился. Немножечко можно на носик, на подбородок. Вот здесь за волосами.
А, да, еще пяточки, пальчики, тоже вот эти места, тоже вот так вот все затонируем. Вот такая румяная пяточка получится. Все, куколка у нас теперь как живая. И на руках можно тоже так же немножечко оживить. Вот такой вот хорошенький кукленок может получиться из обычных колготок и носочков. Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы сделали, я вам объяснила, вот такую вот куколку, которую каждая рукодельница, которая умеет держать иголку в руках, сможет сделать. Конечно, может быть, не с первого раза она получится именно такая, но все равно она будет у вас получится и будет самая-самая вам любимая и дорогая куколка. Я желаю вам творческих успехов, чтобы все получилось, и всего-всего доброго. До свидания.